Всем доброго утра и хорошего настроения. У меня, как обычно, водичка горячая. На первый прием ничего нового. Скоро буду завтракать. Мой завтрак. Вчерашние овощи, которые мы готовили в духовке. Здесь 80 грамм мяска. Грудка индейки запеченная. И запеченные овощи, капуста и лук у меня здесь. 300 грамм. Всем приятного аппетита! Посмотрите, какой шикарный обед. Здесь наш хлебец с овсянкой. Дальше яичко просто в форме запеченной микроволновки. Кусочек мяса, филе бедра куриного. Пекинская капуста, огурчик и редька. Всем приятного аппетита! Вот такой у меня ужин. Это то, что я готовила вчера, и то, что я ела сегодня на завтрак. Здесь запеченная капуста. Это капуста белокочанная, вот это капуста пекинская запеченная, это луковица запеченная, 300 грамм овощей и 100 грамм грудка индейки и 30 грамм сметанки. Всем приятного аппетита! Девочки, у меня, как всегда, последний перекус — это 30 грамм семечек. Сегодня калорий вышло маловато, конечно, но в принципе может быть даже неплохо, потому что понедельник у меня, как обычно, разгрузочный день. Я его буду делать, наверное, все-таки на ряженке. Возможно, в ряженку буду добавлять отруби. Ну и кофе с молоком, 2 кружки за день. Хочу, девочки, рассказать, как мой сегодня прошел день. Я там вам уже вставила поющие фонтаны в торговом центре. Блин, такая же красотища. Но это очень классно вообще, очень красиво. Там не целый день, конечно, так фонтаны бьют в определенное время, в определенные дни. Так что я делала в торговом центре? Мне сын решил сделать подарок, подарить мне пальто. Мы купили пальто, там стоял, по-моему, 35-й. Вот не буду врать, уже этикетку выкинула. Ну, в общем, европейский размер. Я не понимала, какой это на российский. Вот, потом пришла домой, открыла таблички, загуглила. Представляете, это 42-й размер российский, 42. Для меня это такой шок и радость. Я вообще собиралась худеть до 44-го размера, либо до 60 килограмм. Ну вот так я думала, что период придет, то и будет. Но я вот теперь даже не понимаю в свои там 55 килограмм, какой я на самом деле был размер тогда. Не знаю. Что-то как-то не состыкуется, это очень удивительно. И, кстати, я же вот вам показывала и кофточку, S-очку, и 42 – это как раз тоже S-размер. То есть пальто 42-го размера, это обалдеть просто. Столько у меня сегодня было впечатлений. И от самого пальто тоже, конечно, мне понравилось, очень красивенько. Но от того, что это такой маленький размер, это вообще незабываемые такие эмоции, вот честно. Я не думала, что настолько будет приятно покупать себе вещи. Раньше мне магазин было не затащить, да и делать там не было нечего, да, 64-м размером. Зашел, спросил и вышел. Можно было даже не подходить к товару, потому что легче было спросить, есть большой размер в магазине или нет. Все заказывалось через интернет, а теперь даже вот в любом магазине это уже не самый большой даже размер, который имеется у них в линейке. Хочу всем пожелать, всем, девочки, кто хочет похудеть, кто к этому стремится, от всей души просто пожелаю вам дойти до своей цели. Потому что это, ну, это кайф. Не говоря о том, что кайф то, что ты... Вы знаете, кстати, я хотела что еще рассказать. Похудела, получается, у нас сейчас 12, 13, ну вот 14, да, месяцев будет.
после начала моего похудения, а в голове я все еще толстая. Я многие вещи не делаю, потому что на подсознании я знаю, что их не могу сделать. Ну, например, было удивительно, когда мне надо было анализ собрать у собачонка. Я там нагнулась кое-как, не могла, никак не видно мне, чтобы баночку там ему подставить. Потом до меня дошло, что проще присесть на корточки. И что я это смогу сделать спокойно и сидеть на них сколько угодно, понимаете? Из-за того, что были такие толстые ноги, мне это было прям секунда, и все, они у меня прям офигевали, пережимались все вены, да? И вот часто какие-то такие элементарные вещи, которые не смогут понять те, кто не был в большом весе, ты сейчас можешь делать, но ты еще этого даже не понял. Также пол помыть без швабры, особенно где-то в труднодоступных местах, понимаете? Мучилась этой шваброй, потом думаю, боже, так я же могу просто тряпкой. Ну вот до сих пор в голове толстая. Видимо, слишком как-то быстро похудела, что ли, не знаю. Ну да, я считаю, что с такого огромного веса за 14 месяцев, с 64-го дойти до 42-го уже размера, это быстро. Если бы мне даже там год назад сказали, что это будет вот так вот быстро, я бы, конечно, не поверила. Ну, в общем, желаю всем добиться своей цели, потому что это кайфово во всех отношениях, не только в плане одежды, а вообще в физическом плане, в плане движения, в плане здоровья, и в плане красоты, и в плане всего. В общем, девочки, всем удачи, всем достичь своей цели, люблю вас, пока-пока.